Виталий Пустовалов является художником-фотографом Сочинского концертно-филармонического объединения. Работая в театре, у автора есть возможность быть на прогонах, генеральных репетициях. Это происходит без зрителя, поэтому фотохудожник может себе позволить перемещаться перед сценой, по сцене, выискивать интересные ракурсы. Как говорит Пустовалов, он заранее смотрит возможные мизансцены, и потом, когда спектакль одевается в костюмы, когда ставится свет, тогда уже идет конкретная съемка, уже конкретной сцены спектакля. Все фотографии – это живые фотографии, говорит Виталий Пустовалов. Когда спектакль еще только рождается, то, присутствуя на репетиции, понятен замысел режиссера и строя кадра. Автор выставки включает в него все самое важное – и сценографию, и характер артиста, и характер действия, и плюс еще содержательную часть. И тогда кадр начинает жить. Выставка «Образы театральной реальности», посвященная Году театра в России, будет работать в художественном музее до 3 марта.